Речь о равенстве на дорогах, к сожалению, дорогами не ограничивается. Может быть, и к счастью. Здесь, мне кажется, нужно поговорить о том, что перед законом должны быть все равны. И депутаты, и господин президент, и каждый член нашего общества. Только тогда закон будут уважать, чтить, только тогда он будет работать. Я думаю, что только так, только этот путь может привести нас к уважению закона.